Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает больше 1 миллиона человек. Еще от 20 до 50 миллионов получают несмертельные травмы, которые во многих случаях приводят к инвалидности. Более половины всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий приходится на уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов. Интенсивные дорожные движения, большие темпы прироста транспорта создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. В последнее время, благодаря принимаемым мерам и комплексному подходу к повышению уровня безопасности, наблюдается устойчивая тенденция сокращения всех основных показателей дорожной аварийности. Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.